Так называемая цифровизация распределительных сетей – важная часть построения современной энергетики. Умные счетчики устанавливают на опорах линии электропередач вблизи зданий, параллельно заменяя обычные провода на самонесущие изолированные. Приборы соединены в единую сеть, информация поступает на главный сервер предприятия. Установка интеллектуальных счетчиков позволяет эффективно вести борьбу с хищениями электричества, улучшить качество и надежность энергоснабжения. За 5 лет с 2012 года по 2017 год позволило снизить норматив потерь на 1,6%. И, соответственно, если даже потребитель находится не в домовладении, мы можем снять показания с прибора учета. Только в этом году армавирский филиал «Кубанинерго» установил более 600 таких счетчиков в Отрадненском и Кавказском районах. Потребители очень довольны, приборы им ставят бесплатно. При этом люди получают массу преимуществ в процессе эксплуатации. Данные приборы учета защищают непосредственно сеть потребителя от перенапряжения и внешних воздействий электрического тока. Данные приборы учета можно перепрограммировать по режимам суток энергопотребления. Учет электричества по системе день-ночь позволяет потребителям меньше платить за энергию. Помимо умного счетчика, абонент получает пульт к нему и может в любое время посмотреть показания, а также программировать прибор на тот или иной режим учета энергопотребления. Влада Волошина, Евгений Холманских, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».